Добрый день, друзья. Меня зовут Газизов Марат, официальный партнер Инвестиционной академии Альпари в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас четверг, 9 февраля 2017 года. У нас ежедневный обзор финансовых рынка, торговли без индикаторов. Значит, начнем обзор с евро-доллара. Хочется попросить опять же по поводу качества картинки звука отметить, как видно, как слышно. Ну что ж, поехали, все супер. Спасибо всем. Давайте перейдем непосредственно к анализу текущей ситуации. Евро-доллар. Тенденция вниз сохраняется, долгосрочная. Закрытие недели таким образом покажет свечной паттерн поглощения с возможным продолжением тенденции вниз. Но для этого надо дождаться закрытия этой недели. В текущем моменте коррекционный подъем пока что сохраняется. Правда, эта проблема уже возникла, то есть для дальнейшего роста возникла проблема в виде замедления выхода из канала. Поэтому ищем возможность входа в рынок в продажу в долгосрочном периоде, после того, как рынок на дневном графике сформирует нисходящий канал вниз. Пока этого нет, соответственно, позитивный рост наверх сохраняется, на часовом графике торгуем то, что мы видим. Эта тенденция наверх идет. И напрашивается, естественно, вот этот подъем, еще один подъем наверх. То есть готовимся к хорошему походу вниз, но только после того, как рынок вот этот коррекционный подъем завершит. Подъем наверх, и потом вне границы канала завершится формирование второй вершины. С целью формирования разворотного канала. То есть потихонечку можно покупать в текущем моменте, но в то же время готовимся к развороту вниз. Вот такой сценарий. Это у нас евро-доллар. Локально были пробиты важные уровни коррекционного отката. Посмотрите, вот был импульс пробитием предыдущей вершины. Был коррекционный откат в виде трех волн. И вот пошла ее реализация. То есть замедление. Сейчас выход, может быть, еще одна впадина будет, но уже если пробитие не произойдет, предыдущей впадины, можно будет на коротких таймфреймах искать покупки с целью формирования второй вершины перед разворотом вниз. Собственно так, это у нас евро-доллар. Британский фунт. Британский фунт консолидируется третью неделю подряд, но вот позитивный рост наверх, который сегодня состоялся, поддержал последние два дня. То есть также напрашивается этот подъем перед возможным хорошим снижением вниз. Данное движение необходимо для того, чтобы сформировать разворотный канал. Цена вышла из восходящего канала. Вы видите, вот был восходящий канал. Теперь, возможно, формируется канал нисходящий. Для этого нужен еще один подъем. То есть готовимся к продажам, но в текущем моменте на дневном графике, на часовом графике смотрим то, что цена двигается в текущей ситуации наверх. То есть вот эта картинка, она необходима. То есть вот этот подъем. То есть продавать надо, но только не сейчас. Отработаем вот эту модель, которая в принципе готова к тому, чтобы рынок продолжил свой подъем наверх в зону набора позиций, где-то вот в эту область. Вот. Здесь мы будем встречать британца для того, чтобы здесь потом мы продали его. Так вот. То есть в текущем моменте можно спокойненько покупать на коротких таймфреймах. Вот вчера хороший был сигнал, когда цена скорректировалась. Вот здесь вот. И перед подъемом наверх сформировал разворотный канал наверх. Вот он был сигнал на покупку. Вот такого рода сигнала ждать надо здесь, когда цена корректируется и уходит наверх. Это у нас британский фунт. Вот сейчас он на 5-минутке строит коррекционный
откат. Сложно сказать, какую форму оно имеет. Будет иметь либо плоская коррекция, либо будет снижение вниз в виде трех волн. Но в любом случае, сейчас цена находится выше уровня пробития. Соответственно, любое снижение вниз – это коррекционный откат перед дальнейшим ростом наверх. Вот этот откат и ловим. Либо он будет глубокий, вот такой вот, либо цена, расконсолидировавшись в плоской коррекции, может продолжить свой рост дальше. Вот так вот отсюда. То есть надо выбирать. Это у нас британский фунт. Смотрим российский рубль. Российский рубль. Недельный график сохраняет свою тенденцию вниз, но движение вниз проблематичное. Рынок никак не может хорошо оторваться от сопротивления. На дневном графике это очень хорошо видно тем, что рынок корректирует линию тенденции. Видите, да? Вот. Правда, сегодня опять было открытие с гэпом. Ну, смотрим. После коррекции обновит ли цена впадину предыдущую. Если обновления не будет и опять цена уйдет наверх, то это, скорее всего, будет уже связано с пробитием линии тренда. И возможно формирование разворота канала наверх. Вот. В текущем моменте тенденция не сохраняется. Часовой график открываем, смотрим тенденцию и торгуем по тенденции. Но для часового графика спред, который здесь вы видите, он просто губительный. Поэтому на часовой график торговать я бы здесь постерегся. Смотрим дневные графики. Это российский рубль. Смотрим швейцарский франк. Швейцарский франк пытается скорректировать, развернуть тенденцию наверх. В принципе, это оправдано. Тенденция сохраняется. Единственное, что будет ли успешно пробитие предыдущей вершины, сказать сложно. Но напрашивается этот подъем, потому что коррекция была вниз, которая сейчас, в данный момент, пытается закрыться разворотным паттерном наверх, свечным паттерном наверх. Дневной график в этом плане помогает. Посмотрите, вот она, эта вся тенденция наверх. Вот коррекционный откат, который был в канале, такой выраженный хороший канал. И вот состоялся выход из канала. Перед этим было замедление. Цена не достигла до цели, нижний край канала. И вот сформировался недобой перед проколом линии тренда наверх. Сейчас рынок находится за границами нисходящей тенденции. Возможно, будет еще одна попытка продолжения движения вниз перед таким вот хорошим подъемом наверх. Тогда здесь будет сформирован разворотный канал. Часовой график в этом плане. Посмотрите, тенденция вот она сохраняется. Любой подъем к этой вершине – это коррекционный откат, но вопрос стоит о том, что данное движение вниз, которое мы наблюдаем, оно замедляет свое падение. Вот. Тем не менее, торгуем текущую ситуацию продажи, но в то же время готовимся к хорошему такому подъему наверх, при условии, если цена с этих уровней обновит вот эту вершину. В принципе, канал уже здесь сформирован, разворотный канал. Вот он, разворотный канал. Но в текущем моменте вот этот канал более актуальный, чем канал, который наверх. Вот. То есть надо отработать вот эту вот ускоряющуюся вот этот структуру ускорения. Это значит, что вот в этом подъеме, который имеет фит коррекции, необходимо дождаться обновления предыдущего впадины и только потом вход в рынок в покупку. Так, соответственно, на коротких таймфреймах можно ловить вверх, чтобы поторговать низы. Например, сейчас посмотрите, вот рынок вышел из исходящего канала, 5-минутного. Правда, перед этим было замедление. Сейчас рынок вышел из исходящего канала с пробитием опорной точки, поэтому можно дождаться еще одного наката наверх, как неудачная попытка продолжения тенденции и формирования разворотного канала вниз. Вот. Можно поработать, но это 5-минутный график, цели здесь 5-минутные. Потому что не забывайте, друзья, что часовой график очень сильно хочет сформировать разворотный сигнал наверх. Вот такой вот. Вот он. Потому что цена вышла за границы нисходящей тенденции. Ждем. И последнее, японская иена. Японская иена, недельный график продолжает свою коррекцию. Дневной график без всяких признаков разворота наверх. Цена идет прямо посередине канала. Соответственно, принимаем решение на часовом графике. Вход в рынок в продаже при условии. Вот посмотрите, когда цена обновляет предыдущие впадины. Вот здесь вот. Ждем коррекционную структуру. Встаем в продаже. Здесь вот была обновлена предыдущая вершина. То есть впадина.
ждем окончания коррекционного движения, встаем в продажу. Здесь от обновления не было, поэтому решается вопрос. Коррекция, которую мы здесь видим наверх, она может уйти гораздо выше вот к этой вершине. Но все равно в рамках нисходящей тенденции это получится коррекционный откат в виде зигзага, в виде для дальнейшего попытки продолжения тенденции вниз. Либо цена с текущих уровней, вы видите, пробитие предыдущей вершины не состоялось. Вот. Любой момент времени ждем вот такой провал вниз, пробитие с любого уровня. Вот такое пробитие. Тут еще и три маленьких индейса сформировались, вот они. Неплохой сигнал для окончания коррекционного отката и возобновления снижения вниз. Сигнал на этот работает, когда цена, то есть вход в рынок, либо после пробития второй впадины, либо входите в рынок после пробития разворотной свечки. То есть вот он, двухфрактальная свечка образовалась. Сигнал на продажу будет пробитие этой свечки вниз с этих уровней. Вот. Это японская иена. Золото. Золото продолжает свое победоносное шествие против доллара. Видите, да? Вот он рост. В принципе, это все было понятно. Единственный был момент на дневном графике, когда рынок скорректировался таким острым образом. Но вот, тем не менее, рынок поддержал свое направление наверх. Соответственно, стратегия от покупок. Любую коррекцию, вот я вчера комментировал коррекционный откат, неплохо себя реализовал пробитием наверх. Здесь тоже сейчас вот был коррекционный откат, трехволновая структура. Только что произошло пробитие предыдущей опорной точки. Перед пробоем опорной точки, вот этой вершинки, проколом, видите, да, рынок сформировал разворотный канал наверх. Поэтому, в принципе, сейчас можно искать возможность покупать. Вот. Правда, стоп-лосс должен быть за впадину. Мизерным объемом я зайду. Самым маленьким объемом. Вот. И о чем мне не видно. Да, и поставлю стоп-лосс сразу за впадину. Вот так вот. То есть произошло пробитие опорной точки. Перед пробитием опорной точки, то есть раз, два, три, трехволновая структура, и вот он канал сформировался. Соответственно, вход в рынок в покупку. Так, это у нас золото. Ну, собственно, все на этом. Ваши вопросы, мои ответы. Ваши вопросы, мои ответы. Так, Александр, к сожалению, новозеландца я не комментирую. Хотя время есть, да? Ну, давайте прокомментирую. Время есть. Давно не комментирую. Даже не знаю, что там происходит с новозеландцем. Так, недельный график. Вот, еще вот разметку я делал, ну, не знаю, месяца два назад. Рынок пытается сформировать разворотный канал. Ну, давайте вот анализировать текущую ситуацию, да? Что мы видим? Движение вниз. Данный подъем наверх воспринималось как коррекция мной. Давайте точнее нарисуем тут линии эти. Да, вот, значит, что получается? Основное движение не сохраняется, потому что даже локальная предыдущая вершина пробита не была. Значит, это коррекционный откат, плюс здесь есть попытки разворота тенденции. Вот. Поэтому это движение наверх мной воспринимается как коррекция перед возможным дальнейшим попыткой снижения вниз. Но это еще пока не факт, что будет разворот. Разворотом будет считаться пробитие предыдущей впадины с текущих уровней. То есть, если произойдет такое пробитие, тогда мы построим разворотный канал. Вот такой вот. Ну и понятно, что вот в этом канале надо торговать низы. Сейчас, в текущем моменте, это просто как коррекция недельная. Дневной график, посмотрите. Строим канал. Дневной график. Вот он. Соответственно, вот оно, коррекционное движение вниз было. И рынок вышел из этого коррекционного движения наверх. Вот, выход. Соответственно, любое снижение вниз воспринимаем как возможность встать в покупку.
на рост. Для этого необходимо дождаться остановки дневного графика для такого роста наверх. Но это дневной график. Торгуем вот эту тенденцию. Текущая ситуация на часовом графике. Посмотрите. Достаточно уверенное движение вниз. Но в любом случае данное движение это не разворот тенденции. Разворот тенденции будет тогда, когда рынок сформирует полноценный разворотный канал. Полноценный разворотный канал. Для этого необходим подъем. И только потом уже формирование разворотного канала. То есть вот такой ширинный канал. Вот это будет для меня разворотная тенденция. Хотя, конечно, здесь можно попробовать использовать вот эту структуру как разворотный канал, но хотел бы сказать, что слишком узкий он по сравнению с каналом, который был наверх. Единственный здесь момент заключается в том, что если хотите торговать эту тенденцию вниз после такого мощного провала, ждите три волны наверх. Вот раз, два, три. То есть вот в этой ситуации, да, в расчете на попытку нарваться на хорошее движение вниз, вот дождитесь хотя бы третьей волны. Но я вам скажу, что это неблагодарное дело по одной простой причине. Уже очень сильно вот этот провал, который предполагает, что если цена пойдет наверх, так осознанно, также очень сильно может пойти наверх здесь, вот в этой области. Вот. И если цена пробивает вот эту вершину, а потом консолидируется в нее плоской коррекцией, достаточно долго, то это сигнал для дальнейшего роста. Поэтому в текущей ситуации очень сложно все торговать. То есть, вот, если хотите торговать вниз, ждем три волны наверх. И как только три волны завершаются, сказать сложно, где они завершаются, либо здесь, либо чуть повыше. И как только цена начинает двигаться вниз и пробивает опорную точку, встаем в продажу. С другой стороны, в покупку встаем только тогда, когда цена с этих уровней обновит вот эту вершину, откуда цена свалилась вниз. И вот здесь, вот, если она законсолидируется и не провалится вниз, покупаем, встаем в покупке. Это новозеландец. Так, евро ждут паритета. По золоту на часовке похожий клин нарисовался. Не провалились ли немного вниз? Спрашивает Андрей. По золоту на 4 часовке. Ну, клин. 4-часовой. А, ну я понял. Ну, здесь уже каждый сам для себя решает. Здесь я мало того скажу, что возможно даже здесь волна Вульфа сформировалась. Такая неплохая разметка волн Вульфа. Но об этом мы будем говорить в пятницу на моих семинарах. Да, вот она, волна Вульфа. Цена находится в зоне продаж. Вот она, зона продаж. Вот откуда можно ждать хорошего снижения вниз. В принципе, это возможно. Но для этого, посмотрите, друзья, вот для того, чтобы торговать вот этот паттерн, который вот здесь сформировался, волна Вульфа, да, дождитесь хотя бы то, чтобы цена вышла вот из этого восходящего канала. То есть пусть рынок вот здесь вот на пике сформирует разворотный канал вниз. Выход, еще одна попытка, неудачная попытка роста. И уже потом, когда рынок сформирует разворотный канал вниз, будем продавать. Все дело в том, что, конечно, можно продавать сейчас на этих вершинах, но вы даже понимаете, что стоп-лосс ваши либо за локальные предыдущие вершины выставляете. Но вот в этой ситуации, которую мы наблюдаем, обычно цена, если возвращается к тому уровню, откуда он падал вниз, то в этой области он также будет подниматься наверх. Чаще всего так оно возникает. И даже вот сюда, к этой вершине приподнимемся. То есть сейчас, чтобы отработать волну Вульфа, нужно дождаться, чтобы цена перестала расти как минимум. И при этом сформировала разворотный канал вниз. Тогда надо вставать в продажу. Вот, собственно, так. Клинья. Ну, клин, да, похож на клин. Как работать с клином? Если вы знаете, пожалуйста, работайте с клином. Тут я ничего сказать не могу. Вот. Так, дальше поехали. Что значит туда не придет? Непонятно, о чем вы говорите. Марат, используете ли вы свечной анализ и какие основные паттерны используете, кроме поглощения? Александр, как разворот по евро-доллару использую только исключительно поглощение.
люблю поглощение. Исключительно только поглощение. На евро-долларе. Только по евро-доллару. Ну, вот такого рода. Вот они, эти сигналы. Вот они, эти поглощения. Вот так. Ну, вот он. Вот оно поглощение было. Вот здесь было поглощение. Это раз. Ну и плюс еще люблю паттерн, который называется метод трех подъемов, метод трех снижений. Это модель продолжения тенденции. То есть необходимо формирование мощной свечи, который, ну вот попытка была сформировать метод трех подъемов, здесь было метод двух подъемов. То есть еще одна свечка внутри вот этой падающей свечи. Сигнал на продолжение тенденции. Я не знаю, если сейчас найду, я вам этот сигнал продемонстрирую. Очень хороший сигнал, по канадцу он неплохо в свое время пару раз отработал этот паттерн. Ну вот, здесь, правда, метод четырех, как бы не совсем точное решение. То есть я люблю, когда вот три одинаковых свечки формируются в теле, в данном случае, восходящей свечи. Сигнал продолжения тенденции. Три свечки, не четыре, как здесь, а три. Причем желательно, чтобы тела у них были одинаковые. Так, если найду. Это метод трех снижений, метод трех подъемов. Нет, к сожалению, долго искать придется. Ну, я посмотрю, к пятнице я вам подготовлю материал по некоторым сигналам. Попробуем. Так, дальше. Марат, как по вашему поднимемся по евро еще? На часах совпадает пропорция А к С с уровнем по ФИБО от всей структуры Т3-5. А, привет, Олег. Ну, что я могу сказать? Сложно сказать, вот сложно. Я думаю, что мы продолжим рост наверх. Лично я считаю, что будет подъем наверх. По одной простой причине, потому что не взяли предыдущую впадину. Но вот этот подъем наверх, конечно, будет проблематичный. Потому что цена замедлила ход, вышла из канала, поэтому любой подъем наверх в текущей ситуации, на часах, да, это повод для того, чтобы сформировать разворотный канал вниз. Поэтому я думаю, что движение будет проблематичным. Вот. Но то, что он сохраняется, этот подъем, я просто уверен в этом. Потому что здесь уже есть, появились локальные признаки того, что рынок готов закончить эту маленькую коррекцию вот таким подъемом наверх. Ну, например, вот здесь цена не дошла до цели, здесь произошел прокол линии тренда. Плюс еще либо уже сформированный разворотный канал наверх, возможно, будет после пробития предыдущей вот этой вершинки. Если пробитие произойдет, то уже будет готовый разворотный канал наверх. То есть склоняюсь больше к такому варианту. Ну и, собственно говоря, вы видите, у меня позиция открытая. Я и по франку вот влез в рынок в продажу, и часть позиции уже закрыл, и по британцу зашел большим объем. Кстати, надо сокращать позиции сейчас. Так, часть позиции прикрою по британцу. Ой, у меня еще... А, ну золото уже, прибыль пошла по золоту. Плюс еще золото очень хорошо двигается. Показывает основное направление для движения основных мажоров. Так, часть позиции закрыл. Теперь выставляю без убыток. Так. Сегодня 28 долларов забрал, плюс еще остались позиции. Дальше я уже стараюсь не гадать, конечно, просто буду следовать тенденции. Но вот здесь вот по британцу хотел бы отметить такой аспект, очень важный, друзья. Несмотря на то, что рынок вышел из восходящего канала, вот он был восходящий канал, вроде как замедление, выход. Вот этот подъем, который, вот то, о чем я предупреждал по новозеландцу, видите, какой был провал, а потом цена вернулась туда же, откуда пошла, вниз, вот здесь вот, и пробила вот этот уровень. И достаточно долго простояла, вот видите, в плоской коррекции. Вот. Я люблю такие вещи работать с целью дальнейшего роста наверх. Ну а теперь посмотрите, все локальные уровни пробиты вот в этом подъеме, да, и остался такой же вот здесь вот падение вниз. Вполне возможно, что мы здесь сейчас можем выстрелить также наверх, вот в эту область, в зону набора позиций, вот сюда вот, вот она цель. Его среднее значение где-то вот в эту область, цель этого подъема. Собственно так вот, это у нас, так, здесь тоже надо сейчас часть позиции закрыть, извиняюсь, тут у меня огромный объем, у меня массив открытых позиций. Надо часть позиции закрыть, так, выставить без убытки. Сейчас. Так, ну все, я на всех счетах своих
часть прибыли забрал, выставил без убытки. Ну, собственно говоря, так. Ага, здесь хорошо все. Поехали. Так, дальше. Вопросы. Ну, собственно, все. Вопросов, я смотрю, больше нету. Значит, я завершаю семинар сегодня. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Встречаемся с вами сегодня в 3 часа дня. Сегодня очень важный семинар по базовым принципам. Точки входа, стоп-лоссы, money management, цели при движении цены, сокращение позиции, удержание позиции, торговля по ускорению, торговля замедления. Ну и трейлинг стоп. До встречи, кому интересно. С вами был Газизов Марат. До свидания.